Прокуратура. А, добрый день, а Светлана Леонидовна, можно к телефончику? Соединяю. Да, слушаю. А, здравствуйте, Светлана Леонидовна? Да, я. Ага, добрый день, это Доможиров Евгений Валерьевич. У меня такой вопросик. Вот мы были в пятницу в Кириллове, в Горицах, и туда как раз выезжали из природоохранной прокуратуры по поводу вот незаконного строительства. Вот, они сегодня возобновили, вот мне, насколько известно, вы им запретили продолжать работы, а они сегодня все возобновили, и то есть у них по полной опять все идет там. Ну, что делать, пусть работают. В смысле, то есть пусть работают, то есть можно все-таки? Ну, если наши меры не игнорируют, что я сделаю? Я грудью там не лягу. Ну, я не знаю, как-то им же вынесен запрет, насколько понимаю, то есть фиксировать факт. Хорошо, напишите заявление в Волжскую прокуратуру, потому что они уже пишут в Генеральную прокуратуру, что я действую незаконно. Пишите заявление, чего мне звонить-то? Ну, просто вы прокурор, я вам звоню. Я вам еще раз сказала, то, что от меня зависит, я делаю. Угу. Если они игнорируют, значит, пишите в Генеральную прокуратуру. Нет, потому а вот... Потому что они в свою очередь уже на меня пишут везде. Понятно? А на вас-то они за что пишут, понять не могу. Потому что я незаконно действую. А как? Давайте пишите, я не буду обсуждать ничего. Если желаете, что ничего, пишите в Генеральную прокуратуру. Быстрее и легче будет, потому что они уже везде пишут. Угу, понятно. То есть вы сейчас ничего предпринимать не будете, значит, да? То есть... Я делаю то, что я считаю нужным в рамках закона. Угу, понятно. Просто я думаю, что их-то действия вообще вот незаконные. Я еще раз вам говорю, если вам не нравятся эти действия, считайте незаконными, пишите в Генеральную прокуратуру. Я больше, чем сейчас, делать ничего не могу. Угу, хорошо, спасибо.